Нас обвиняют во многих грехах, но мы ни в чем не виноваты. Короче, мы дебилы, в общем, ясно все. Нет, еще в этом есть какой-то смысл. В этом есть какой-то определенный смысл. Те группы, которые вы сегодня увидите на этой кассете, они великолепно вписались в первый фестиваль. Да, да, действительно, да. Мы им благодарны за это. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Вообще нам насрать на все, кстати. Кстати, да, посмотрите, давайте запомним, музыкантов, что мы против наркотиков, против синьки, да? Вот посмотрите, сразу видно, стероид не пьют, психея не пьют. Крокодил Текст не пьет. А вот остальные... Ругеры зубы тоже. Есть над чем подумать. Они курят сигареты. В общем, при просмотре этой кассеты вы должны определить, кто пьет, кто пьет и кто не пьет. Обязательно. И прислать нам эту информацию. No drinks. No sexing. No drunch. No video камерахинг. Here you go. Да, мы будем обсирать все группы, не надейтесь. Нет, стероиды, стероиды. Братья. Такой СПБ. Я фэн. Команда Чеки Чан. Какой-то... Fight! Такие накачанные стоят. Я вообще... Они сатанисты, что ли? А у них на спинах написано 3-3-3, 6-6-6. Это как... по-разному. Они считать не умеют просто. Это коды, коды какие-то. Злые качки. Злые качки и поют... хорошие ребята, хорошие. С какими-то сатаническими голосами. Какими? Садомически. Ну ты им не говори. Чувствую, как меня разрывает этой волной. Слезы и кровь, как тяжелый наркотик, тянут меня за собой. Тебе пиздец, мне надо сэпу, мне нужен новый дрожащий объект. То, что однажды попробовал смертить, все, что угодно, я человек. Стой под рассветой, спалим кайяна, электроотказник, внутри сосуда. Тебе пиздец, я на охоте, во всем районе выпьешь ток. Ты меня не уйдёшь. Тебе пиздец. Аккумулятор, мой конденсатор. В левой руке, правой рукой голубой изолятор. Руки и ноги свяжу я тебе. Свой под раскрытие.
следующая песня называется «Лес вокруг». Только лес, каким-то образом я оказался здесь. Лишь наимок, и больше никого, и только бой волков совсем не далек. Куда бежать, куда смотреть, где север, юг, как тут преодолеть. Рабы не видно, туман затяг, но надо двигать через мой страх. За тебя кладу, зайду я к вас, и на неделю, на тебе блок, зайду я кладу, на тебе пропус, и на неделю, на тебе блок. Рабы не видно, густая зелень скрывает плоскость от глаз моих. Свет очень бледный, через полдарник я бегу к зверя, давлю твой крем. Бегу направо, между следом, и пятый плечу мне по лицу. Ответ ближе, почти что рядом, но в самом детстве нет меня тут. Дай мне флагу, дай мне компас, я не верю, дай мне флаг, дай мне флагу. Лес вокруг, лес вокруг, лес вокруг, лес вокруг, лес вокруг. Лес вокруг, лес. У них какие дреды, дреды, шнурки там привязаны к бороде. Один такой злой, такой, папа, мама, сука. Молодые, но уже злые. Особенно понравится нашим маленьким зрителям. И бешеный профессор на компьютере такой. Компьютерщик, распект вообще полный. Кита, Кита, такой, да. Ты наш чувак. Он такой, yes I can, yes I can. Журнальщики, интернетовые стадии!
революции, тяжелые пятники, мобильные мажоры, веселые пятники. И каждый новый день домашнее задание. Игранное удовольствие и тонны страдания. Дяденька с рыбой, подожди страха, здравствуй и пошел нахуй. Новый день! Новый! Ремиши! Крови! Новый! Крови! Все пали на колени, никто не сможет спать. И все подохнут дети. Раздевайтесь сами и вставайте сами в позы. Музыка играет первым, потом стол и розы. Вовсе чувак, здесь рынковый тату. Йоу, браты, камон, пошел нахуй. Давай. Support. We do. Boom, boom.
это просто сотворяет меня. Твою любовь. Да, да, попробуй это песня. Я оставляю тебя. Офигенная группа. Классно, классно. Да. Ну, загадка, загадка. Группа загадка, да. Энигма. У них есть энигма. Такая. Толстая. Пульсирующая энигма. У Пругера они влажная. Пругер. У Пругера. Играй с огнем, оглянись, послушай, загляни в себя. Разве стало лучше, я взорву твой мозг, перережу вены с четырех сторон. Горище! Ты убил себя, и любовь, и радость, полюбуйся. Что от тебя осталось, ты живешь в своем мире гряды стен, табурет, петля. Я сыграл! Я с тобой! Я с тобой! Механизм! We'll be right back.
патрона. Из шести лапотов каждый новый день. Новая потеря, торопись. Свяжи ее на бреда. Чё с тобой? Чё с тобой? Механизм.
Кто ж не любит Аллу Пугачеву? Только очень странный человек. Ведь она в натуре очень клевая, в новогодней блестке мишуре. Ведь она в натуре очень классная, как небесный хитрый исполин. Долго бредил лежа на матрасе я в Люберцах в гостинице один. Зубы это наши, ребят. Зубы это больная тема, зубы. Вообще молчим. У всех вставные зубы в нашем коллективе просто. Больная тема. Шаманы, да? Шаманы. Зубы это шаманы. Я погибла в Вьетнаме. Утонули судьбы. Я погиб во Вьетнаме. Я погиб во Вьетнаме. Они изрядные. Когда, кстати, их столько уже наговорено и переговорено, что... Немолодые люди уже. Немолодые. С душком. Очень многонациональный коллектив. Нечистоплотные, кстати. По характеру. Лживые, глупые. Тот, кто обнаружит деталь некую на их концерте... Сектанты. Там вот басист очень выразительно общается с публикой. Можете посмотреть. Они тоже молодцы, молодцы, конечно. Выстояли все-таки при всей своей... Иногда они кричат «Хайль!». Но это не относится. Да, тут много к фашизму никак. Вот это все к фашизму ни малейшего отношения не имеет. Это просто кельтская символика. Новая эстетика. Ну все, поехали! Я там, где ты, я. Мой новый мир для провокации и любви. Я твой кумир, даже простой не голод. Сам ты разбиваю дух, мне станет парень. Ты там, где
я не один. Но ты не мясо свежим, и никогда не приносят жертву боги. Солнце парит на месте, солнце парит на месте. Спасибо! Yeah!
Да, Чика всегда целую баскетбольную команду берет на концерты. Поэтому кажется, что много народу. Здесь нет наших двух очаровательных молодых людей еще. Мипу и Пипу. Знают все. Знают все. Поэтому им реклама не нужна. Посмотрите, какой модный парень наш Гвиз, а? Играет. Негер. С рынка белый пришел. Эта кассета заряжена позитивной энергией, смотрите, силой. Смотрите, сатана. Тебя сюда привел, можно повернуть назад. Выбирай! Городской клонопор, останови меня! По ночам в темноте мне хочется рвать людей. Гуманист, берегись, зубы насилия вопьются однажды в тебя. Да. В глазах огонь заката. Спальные районы черные озера, в которых я растворюсь. Как страшно жить и суть. Я хочу тебя, я не знаю, как тебя взять. Ты то, что я со мной принадлежит. Но один не могу сделать этот шаг. Помоги, только ты хранишь ту тайну. Люди, покажите, что вы живы! Yeah! Немного движения, вы живы! Давай сейчас зажгём! Сейчас! Городской хлонопор, уцепи меня! Остров видел жизнь, так в окно! Гуманист, перекинь зубы насилия! Вбиваются глубже! Я столько лет растил душе.
Боже, и да, что не будет лучше. Кому это нужно? На темной кухне все утро. Вот он никуда не пойдет. Его снаружи ничто не ждет. Где небесно, где же я скажу да? И он не видит тупика внутри себя. Обычный день и ночь, на его ничего. Но вдруг приволать пластина. По спине холодный пот, перекошенный рот. И где-то ли лицо не узнает. Устал терпеть столько лет. Вопросы получает ответ. Сирена ревет в его голове. Кровавая волна. Последний вечер. Просчитай рисунок его ответ. Это план в песке. Пули в голову, суд в тишине. И только стрелять из окна. Небо и земля. Ты забуду до дна. Ветрена отшлай. Пускай пришел, у людей всегда полно проблем. Это ритм повление сегодня все. Патронов больше нет, и так убросил на постель. Куда теперь? Дышат на комнату дверь. И с головой, и руки огонь. Отчет патруля, вышел на стыл, голоса со двора. Вот ублюдок темно, приближается ночь. Отец не может понять, где начинается дождь. Воздуха нет, только холод и страх. 40 порций, кастом и лицечки в стволах. Еще один труп через 5 секунд. Никто не знает, как тебя зовут. Никто не знает, как пора упасть. Никто не знает, никто не знает. Никто не знает, когда пора упасть. 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 Никто не знает, никто не знает. Никто не знает, никто не знает. Никто не знает, никто не знает. Никто не знает, когда пора упасть. Я желал, что умру. И библейская тьма опустилась.
будешь первым. Это пламя, пламя. Все плевать хотел на вашу плоть плевать. Твой закон иди ко мне. Я знаю мой бог, ты придешь, чтобы забрать меня. Только слава я, слава. Нужна, чтобы сделать это шаг. Он и летит сюда и спрятаться негде. Негде. Спасибо! Следующую вещь мы посвящаем, знаете кому? Паштету. Этот человек немало сделал для AFK, это точно. Пошел своим путем, а мы своим. То, что было реальным, теперь станет абсолютно ненормальным. То, что было реальным, теперь стало абсолютно ненормальным. Прогрессирует машина, получая результаты, установленные планом движения. Вырабатывая ткани материала для жизни, как и план для новых поколений. Нам не надо знать, в чем цель, в чем причина. Развитие науки! Надо видеть, понимать, слушать и запоминать все то, что строит механические руки! Это страшно! Это больно! Вы не грешны, пропадают, еще больше возрастают, заполняют все пустынные объекты! Набирает обороты, разрушающая сила, устраняет все возможные дефекты! Рейд воздух заменяет чисто смерти и сомнения, ты теплом, чем опять же духа! Уменьшается потребность на вождениях и мучениях, и работа занимается один! Вместо двух! То, что было реальным, теперь стало абсолютно ненормальным. 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 Люди, поднимите руки. Давай! Выходящее невозможно переделать. Мы переходим на битвы, чем безумие противно. Остановиться, оглянуться и понять, что ты делаешь. И естественно, не нужно негатива. И когда приходит шеф, то против ему ужасен. Потому что все привыкли к черной массе. Умирают миллионы, люди жив. Разрывая пасти! Твои пасти! Твои пасти! Что ожидалось? Стой, скажи же мне! Что ожидалось? Больше ты тебе! Что ожидалось? Стой, скажи же мне! Что ожидалось? Что ожидалось? Стой, скажи же мне! Что ожидалось? То, что было реальным, теперь станет абсолютно ненормальным. То, что было реальным, теперь стало 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 абсолютно ненормальным. Давай!
Мозг, кишки, МБС,
мысли. Прыгни в угоди, забудь, что ты дурак. Все равно нас ждет пиздец. Готовы петь, забивая стрелять. Полупасти. Давай-ка, Макса, Петя, подыграй. И Вадик, смейте, исполняйте. Эй, налей им путь, дай. Эй, прыгни, упади. Забудь, что ты дурак, а мы дебилы. Прыгни, упади. Забудь, что ты дурак, а мы дебилы. Прыгни, упади. Забудь, что ты дурак. Забудь, что ты дурак, а мы дебилы. Погром! А теперь поаплодируйте Вадику, пожалуйста. И Вите тоже. Максу! Ой! 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 Шесть старых пердунов сидят и тихо что-то говорят о том, что было время их здоровых тел. А жены варят супюре и думают о голове. Но это будет позже, а сейчас в том, что этот фестиваль первый, но далеко не последний. Мы собираемся привлекать новые коллективы. Очень много талантливых коллективов появилось в последнее время, и хотелось бы дать им возможность выступить на сцене в Москве. Сейчас выступили достаточно уже известные группы, которые известны молодежи. Хорошо сказано. Хорошо, да. В общем, фестивали еще будут, ребят. Ждите, вот это первый, потом еще будет, еще... И готовьтесь, готовьте, вот вы посмотрите, послушайте. Кстати, присылайте свои готовьте кассеты. Материалы. Девушки, материалы. Присылайте свои фото. Девушки, фото, девушки, а парни, кассеты, на концерты кассеты сразу. Может быть, видео, аудио, другие носители, пластинки, присылайте. У нас есть адрес в интернете. Главное набрать AFK, а дальше уже там какие-то другие. А дальше вы найдете этот адрес. Найдете. Это первое задание нашей глобальной викторины AFK. AFK! Motherfuckers! Я считаю, что надо эту музыку продвигать, наконец-то, чтобы она вышла на другой уровень популярности. И дорога только одна. Чтобы, мы сделаем и, это. И чтобы парни, люди перестали, молодые, слушать вместе всякую с вами ботву, а слушали такую музыку, какую пропагандируем мы.
Вот это да. Все. Спасибо, ребята, до встречи! Спасибо, ребята, всем, за то, что вы пришли, за то, что поддержали нас. Спасибо! Трудишься, копные доллары копают. Только один тебя бьют рай.